Здравствуйте. Да? Представляйтесь, пожалуйста. Я Чериченко Анатолий Федорович, полковник в отставке. Служил в войсках противовоздушной обороны 28 лет. В 1985 году уволился из рядов Советской Армии и приехал в город, откуда я прозывался. Вот. И буквально я призывался из города Славянское, поэтому после службы в армии вернулся в свой город. И через несколько дней пришел работать в нашу школу номер 12 имени Николая Владимировича Семейки, важный герой Советского Союза. И работал военным руководителем, затем после упражнения такого названия, сейчас работаю учителем добровольной подготовки юношей по программе «Защита Отчизны». С 85 года по настоящее время. Короче, в этом году 25 лет. 25 лет я прослужил в одной воинской части, 25 лет в одной школе. Воинская часть дислоцировалась в Сибири. Значит, УНД, Бурятско-Монгольская ССР тогда была. И после передислокации на монгольскую границу в город Кяхта, затем передислоцировались оттуда на Алтай. И с Алтая передислоцировались в Иркутск, где я прожил в этом городе вместе с частью 18 лет. С 85 года работаю здесь в школе учителем. Поэтому все это представление, прежде всего, свой опыт армейской службы я передаю юношам. Первый год после того, как я сразу прыгнул в школу, из 28 человек, 17 человек изъявили желание поступать в военно-учебное заведение. Написали 17 человек заявление. Но, правда, по состоянию здоровья допустили только 10 человек, а поступило 5. 5 человек не прошли по конкурсу. Сейчас, в связи с 91 года после получения независимости, несколько охладилось отношение к армейскому проблемам и вопросам, поэтому такое количество желающих немножко снизилось. Не потому, что я там иначе стал к ним относиться, потому что так относиться стали все. Ну, это что касается, значит, я уже говорил, что жил я в городе Славянске, родился здесь, прожил все время. Анатолий Федорович, мы находимся в музее нашей школы, в зале, который посвящен выпускнику нашей школы, дважды герою Советского Союза, летчику Николаю Ларионовичу Семейко. К сожалению, наш музей не позволяет, чтобы мы здесь разместили также парту, за которой сидел герой Советского Союза. Но филиалы этого музея у нас находятся в том числе и в вашем кабинете. Вы по роду своей деятельности военной и по духу вы тоже человек очень высокой дисциплины и очень высокой ответственности. Но я знаю, что в годы войны вы были ребенком. Но на каждого, в том числе и ребенка, война наложила свою печать. Потому что, говорят, самые страшные, самые нелогичные сочетания – это дети и война. Детская память – она цепкая память. Она не может логично разложить все, что помните. Но она выхватывает из событий какие-то яркие моменты. Поделитесь, пожалуйста, своими воспоминаниями об этом времени. Ну, я понял. Война началась в 41 году, мне было 1,5 года. Естественно, ни начало, ни ход войны для меня в
памяти не остался, за исключением одного единственного момента, который остался в зрительной памяти и в звуковой. Я даже слышал, когда отступали немцы, почему именно я так оценил, что именно немцы, потому что запомнилась темно-зеленая форма, вот, в которой они были здесь. Вот, и шли по булыжной мостовой, цоканье кованой обуви. И в это время мы находились возле горящего дома. Крыша разваливалась от горящего дома. И поскольку это был сентябрь месяц, мы сидели с сестренкой в сухой траве. Ну, трава выше нас была, поэтому... Вот это осталось в памяти. И 45-й год остался в памяти, как ликование жителей в связи с тем, что закончилась война. Вот в том микрорайоне на курорте вы жили? Да. Нет, в 45-м году уже мы не на курорте жили, а на улице Урицкого, 15, сейчас против детской больницы, рядом со школой. Вот. Во дворе все выходили из квартир, там, где мы жили, толпились люди, ну, высказывали там свое состояние души, как говорится. От счастья плакали, от горя плакали. Кто не дождался, потому что в основном женщины были. И инвалиды, которые из мужского рода, который был во дворе, без ноги, без руки, слепые, вот. И женщины, и дети. Мы, дети, по-своему реагировали на подобное, но было, конечно, запоминающе. Ну, запомнилось завершающий этап войны еще и тем, что меня отец проходил, в это время находился в Прибалтике, вот, и получил в качестве поощрения двухдневный отпуск на родину. Он как раз приехал перед этим днем. Вот. И когда ликование было, но мы жили, мать и я и со старшей сестрой, ну и приехал же отец. Буквально за день до победного события. Вот. И когда он обратился со мной на второй день, потому что у него на 2 дня был всего отпуск, что нужно ехать в часть, ему военком сказал: «Дядя, иди домой, война закончилась». Вот. И больше уже никуда не поехал и остался здесь. Но во дворе эмоциональное состояние, как у нас всех слоев, всегда было впечатление, когда за большим семейным столом несли всех, кто что мог. Ну, не так уж много было, чтобы можно было что-то принести. Но в основном из растительного мира, овощи и так далее. И, короче, вот это все осталось в моей памяти, что-то действительно было событие. Вот. Ну, а в дальнейшем уже... Там еще такой момент, это уже с воспоминаний моих родителей, ну, матери, и мы еще жили с тетей, ну, с моей двоюродной бабушкой, короче, тетя мамина, она с России, с Саратовской области, откуда моя мать с России, с Саратовской. Отец меня
местный из села Христище. Отец, ну, Федор Аврамович, вот, Чередниченко, призывался из Христища, проходил службу в МВД и был в почетном карауле мавзолея Ленина. И оттуда он и уволился из вооруженных сил, как срочной службы, и дальше здесь работал в райпотребсоюзе водителем. Во время войны он прошел, будем говорить, от рядового до старшего сержанта, командира взвода связи, и он же одновременно был и водителем. Вот. За время войны три автомобиля под ним были подбиты. Вот. Ну, повезло, будем говорить, судьбой, что ни ранений он не имел. Вот. И участвовал в обороне Сталинграда. Затем участвовал в освобождении Киева. И закончил, как я уже говорил, в Липае, освобождая Прибалтику. Награды нет? Ну да, награды – это медали за оборону Сталинграда и медаль за освобождение Киева. Я не здесь у меня. Ну, в руках награда моего отца, это уже после военных лет, на фоне Отечественной войны. Ну, здесь передо мной награды моего отца. За те два дня, что там, фотографии же, ну ладно. Ну, в данном, вернее, перед нашими глазами это удостоверение к медали за оборону Сталинграда, которую отец получил в 43-м году. Это от имени Президиума Верховного Совета СССР. Вместе с удостоверением была и медаль за оборону Сталинграда. Говорите. За оборону Киева отец был награжден медалью за оборону Киева и, естественно, с удостоверением, которое вручили отцу в 62-м году. Сразу же после войны, как и многих наших освободителей, как говорится, и отец был награжден медалью за победу над Германией. И удостоверение к нему вручили отцу в 1946 году. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 14 марта 1985 года в честь 40-летия победы над фашистской Германией отец был награжден орденом Отечественной войны за храбрость, стойкость и мужество, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками и вознаменование 40-летия победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Сохранилась до настоящего времени эта реликвия, как говорится, армейской службы отца. Это книжка красноармейца. Книжку, красноармейскую книжку Федор Аврамович Чередниченко получил в 42-м году. И красноармейскую книжку иметь всегда при себе
не имеющих книжки, задерживались. Ну, как любой документ или каждая книга, типа, в том числе красноармейская, на каждой странице было, отражалась его военная деятельность. Место, да, ну, здесь отражается, где, на каких должностях, где он проходил службу, шофер, автор рота 699-711 автобатальона 227-й стрелковой дивизии. Ну и также перемещался по мере службы деятельности. На одной из страниц здесь отмечается участие в походах, награждениях, отличиях. И в том числе отмечено 227-я стрелковая дивизия 711-го гвардейского полка, Юго-Западный фронт, водитель, награждался медалью за оборону Сталинграда 22 декабря 1942 года указом Президиума Верховного Совета СССР. И медаль сама была вручена ему в 1943 году. Здесь же отражалось, что он имел право иметь с собой и что имелось. В том числе, естественно, то, что вещевое имущество, шапка-ушанка, пилотка, фуражка, шинель, куртка, гимнастерка хлопчатобумажная, две штуки, шаровары хлопчатобумажные. Вот этой страничке нет цены. Раздел 4 указывает, какое вещевое имущество полагалось воину в годы Великой Отечественной войны. И отмечалось, что же получал воин. Вот мы здесь видим, шапка зимняя выдавалась неоднократно. Указаны годы, указаны месяцы, вплоть до 44-го года. Пилотка, а фуражка не выдавалась ни разу. Шинель выдавалась ежегодно. И куртка в 44-м году. Я думаю, что это была куртка из той помощи, которую нам оказывал Второй фронт, потому что она выдавалась в 44-м году. Гимнастерка суконные не выдавалась, но зато хлопчатобумажные в 41-м году выдали две, а дальше в 42-м не выдавали до 44-го года. Шаровары суконные хоть и полагались, но их не выдавали, но выдавали шаровары хлопчатобумажные. Так как зимы были холодные, то выдавались вместо суконных шаровар шаровары ватные. Рубаха нательная всегда была сменная, их выдавали парами. Рубахи теплые, нижние, тоже выдавались. Кальсоны, полотенце полагалось обязательно солдату. И, конечно же, чисто русское изобретение – портянки. Портянки были летними, и портянки были зимними. Также, когда наступали холода, полагались теплые перчатки. Очень во многом судьба солдата зависела от обуви. Как мы видим, указывался размер, который носил воин, и какое количество сапог и когда
выдавалось. Глядя по этой книжечке, мы видим, что офицерам, наверное, полагались ботинки, полушубок. Но поскольку мы рассматриваем книжечку красноармейца в звании старший сержант, то видим, что мы ему полагались валенки из вышеперечисленного, но ни простыня, ни наволочка, ни одеяло. Это ничего не полагалось, потому что постель у красноармейца, как правило, была близко с полем боя, блиндаже. Окоп. В пятом разделе этой книжки «Вооружение и техническое имущество» здесь выдавалось каждому воину, выдавался индивидуальное средство защиты, противогаз, выдавалась винтовка с ее личным номером. Вот. И по мере передислокации то приходилось сдавать оружие, получать уже в новую. Поэтому у него здесь отмечено выдано, издано. И последнее в 44-м году, 24 июня, нет, апреля, выдан был противогаз. Это со всего вооружения. Чтобы меньше тратить время на подбор обмундирования красноармейцу, у него в книжке было отмечено все данные, его личные данные. Ну, к примеру, рост шинели 3-й, шапка зимняя 55-й, фуражка 55-й, пилотка 55-й, сапоги 41-й, ботинки 41-й, рубаха, шаровары и... Третий рост и белье. От имени Президиума Верховного Совета СССР каждому юбилею участники войны награждались памятными медалями, юбилейными медалями. Отцу была вручена медаль 30 лет победы. В 80-м году и 40 лет победы в 85-м году. После завершения учебы в третьей школе, в 1957 году, я поступил в военное училище, Сумское военно-техническое училище, войск противовоздушной обороны. Вот перед вами моя фотография, 1957 год, в 17-летнем возрасте. Перед вами фотография, сделанная в январе 60-го года. Она памятна мне тем, что это мне исполнилось 20 лет, и в это время меня приняли в Коммунистическую партию, члены партии. И мне вручал партийный билет начальник политотдела училища, капитан первого ранга Шашурин, и сказал, говорит, у вас все... Лучшее качество. 20 лет, коммунист и не женат. Анатолий Федорович, вот вспомнили, вот 20 лет, когда вы стали коммунистом. Mm-hmm.
Но вот история коммунистической партии сейчас так сложилась. Тоже жизнь. Вот вы сейчас не уже не коммунист, а социал-демократ, да? Социал-демократическая партия или социалистическая? Социалистическая. Это первая левая партия, которая образовалась после запрета компартии. А вот сейчас с позицией вот времени. Ну, можно о третьем, конечно. Ну, какая разница? Я просто с восьми. А дальше 11-й.